Турция поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс. Об этом турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил в Киеве после встречи с Петром Порошенко. Президенты общались 3 часа вместо запланированных 45 минут. По словам Порошенко, Украина выступает за увеличение турецкого представительства в мониторинговой миссии ОБСЕ. Что же касается экономических связей, то Турция уже вошла в первую пятерку торговых партнеров Украины, заявил украинский президент. Только за последние полгода товарооборот между странами вырос на 20%. Кроме этого, Эрдоган в очередной раз заявил и подчеркнул, что Анкара не признает аннексию Крыма. Президенты договорились, что Украина и Турция будут совместно защищать права людей на оккупированных территориях. Мы зазначили неприпустимість ситуации в сфере прав людини в Криму, яка постійно погіршується через репресивні дії окупаційної влади. Об'єктами особливих утисків з боку окупаційної влади стали на півострові Кримська татарська громада та представники Меджлісу. Ми домовилися і далі координувати наші дії в захисті прав і свобод громадян України. Позиция Турции в этих вопросах известна. Мы поддерживаем наших братьев татар и сейчас, и в будущем. Турция продолжает поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым. Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма. И мы бы очень хотели, чтобы конфликт на востоке Украины закончился как можно быстрее.